Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ваш семейный психолог Ольга Кулешова. И сегодня мы выполним с вами упражнение для расслабления мышц всего тела и избавления от стресса. Упражнение можно выполнять сидя или лежа. Устройтесь поудобнее. Напрягите все мышцы своего тела на несколько секунд. Расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох. Задержите дыхание. Медленный выдох. Снова вдох. Задержка дыхания. И выдох. Дыхание спокойное и ровное. Расслабляются мышцы ног. Мышцы ног расслаблены. Расслабляются мышцы рук. Мышцы рук расслаблены. Расслабляются мышцы живота. Мышцы живота расслаблены. Расслабляются мышцы промежности и ягодиц. Мышцы промежности и ягодиц расслаблены. Расслабляются мышцы шеи. Мышцы шеи расслаблены. Расслабляются мышцы лица. Мышцы лица расслаблены. Язык вяло лежит во рту. Глазные яблоки расслаблены. Веки расслаблены. Лицо, как зеркальная поверхность озера. Все ваше тело полностью расслаблено. Представьте себе утро. Вы на опушке леса. Теплое солнышко согревает ваше тело, лицо. Легкий ветерок теребит волосы. Вы заходите в лес. Идете по лесной тропинке. Справа и слева от вас деревья, кусты. Лесные травы. Вы вдыхаете аромат леса, листвы и трав. Вдыхаете свежесть. Впереди вы видите свет и выходите на солнечную поляну. Вокруг летают мотыльки. Порхают бабочки, перелетая с цветка на цветок. Вы ложитесь на мягкую шелковистую зеленую травку. Расслабляетесь еще больше. Взор ваш устремлен в голубое небо с легкими перистыми облаками. Чувствуете приятное расслабление. Вы словно погружаетесь в теплую ванну. Ощущение легкости во всем теле. Ощущение невесомости. Дыхание спокойное и ровное. Представьте себе, что ваше тело
становится легким, как пушинка. Ветерок подхватывает вас, и вы поднимаетесь ввысь, словно пушинка, словно перышко. Летите свободно и легко, облетая весь земной шар. Под собой вы видите поля, луга, горы, моря, океаны, города. Вы чувствуете ощущение легкости, свободы и радости. Облетаете весь мир. И постепенно опускаетесь на землю, на нашу знакомую полянку. Теплое солнышко согревает вас, а легкий прохладный ветерок слегка теребит волосы. Вы вдыхаете прохладу, а выдыхаете тепло. Вдох прохлада, а выдох тепло. Вдох прохлада, выдох тепло. И с каждым вдохом вы наполняетесь здоровьем, спокойствием и радостью. А с каждым выдохом уходит все ненужное, все отжившее. Усталость, разочарование, обида и грусть. Уходят болезни и тревоги. Вдох, и вы наполняетесь здоровьем, спокойствием, радостью. Выдох, и вы освобождаетесь от всего, что мешает вам, от всего ненужного и отжившего. Подышите так самостоятельно. Вдох и выдох. Представьте себе до мурашек, до покалывания, как вас наполняет здоровье, спокойствие и радость. Как вы чувствуете себя уверенным и счастливым человеком. И как уходит все, что мешало вам. Вдох и выдох. Сохраните в себе это приятное чувство. И когда я досчитаю до 5, вы сделаете глубокий вдох, потянетесь, выдохните и откроете глаза. И будете чувствовать себя расслабленным, отдохнувшим и счастливым. Один.
два, три. Четыре, пять. Сделайте глубокий вдох, потянитесь, выдохните, откройте глаза, почувствуйте себя самым счастливым человеком. Для достижения наилучшего результата повторяйте это упражнение ежедневно в течение 40 дней. И вы почувствуете себя более стрессоустойчивым, уверенным и счастливым. Желаю всем любви и счастья. С вами ваш семейный психолог Кулешова Ольга.